Всех приветствую. Продолжаем узнавать что-то новое. Куриный бог. Небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенной водой, речной или морской. Камням такой формы приписывают свойство оберегать животных и жилищ от злых сил. Таким образом, куриный бог апотропеи от греческого «отвращающий порчу», амулет – оберег. В археологии и этнографии название предметов и изображений, которым приписывалась магическая способность отгонять злых духов. Я пользуюсь Википедией. Согласно Афанасьеву, Александр Николаевич Афанасьев, русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк, литературовед, камер-юнкер, формат. Так вот, согласно Афанасьеву, в Костромской губернии такой куриный камень вешали как талисман в курятнике, чтобы киморы не давили кур. В некоторых деревнях вешают в курниках круглые камни с небольшим отверстием внутри. Такой камень, напоминающий громовой молот Тора, предохраняет птицу от болезней и называется куриным богом. Куриный бог у славян название ритуального предмета – оберега домашней птицы. Считалось, что это способствует тому, чтобы курицы хорошо спали и были целы, чтобы домовой и кикимора не пугали, не давили и не воровали. Поверьем, приносит удачу и здоровье нашедшему. Если камень дарился кому-либо, то одариваемый должен был поцеловать того, кто дарил, чтобы перенять удачу, здоровье, ну и так далее. У камня с дырочкой куриного бога есть несколько основных значений. Первостепенное значение талисмана – защита. Он отводит от человека неприятности, оберегает от магических атак и отзеркаливает негатив, излучаемый завистниками и недоброжелателями. Другое его свойство – это привлечение позитива. Считается, что куриный бог умеет притягивать удачу и преобразовывает жизнь человека, словно бы очищая ее на духовном уровне. А еще он может исполнять желания. Что же означает цвет камня? Белый очищает сознание, помогает наладить отношения с окружающими, стать мудрее и спокойнее. Черный хорошо справляется с негативом, впитывает его в себя, не допуская загрязнения энергетики, также добавляя своему хозяину уверенность. Камни голубых оттенков способствуют развитию творческих талантов и настраиваются на волну вдохновения. Обереги зеленого цвета положительно влияют на здоровье, поднимают общий тонус и даже лечат болезни. Оранжевый куриный бог пригодится тому, кто нуждается в моральной поддержке. Талисман с таким цветом придаст сил и поможет завершить неоконченные дела. Красный обеспечивает защиту на энергетическом уровне и приводит к успехам в любви. Надо сказать, что черный камень с белым или красным вкраплениями станет отличным оберегом для влюбленных. Он защитит пару от размолвок. Вот такое описание из Википедии я нашел про куриного бога. Это небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенный водой, речной или морской. А пока, до свидания, узнали что-то новое.